Йоу-йоу-йоу! Привет, счастливые обладатели квадроцикла Гекон. Бензиновые или электрические версии. Не имеет значения. Итак, вы наслаждаетесь своим прекрасным квадроциклом, но недоумеваете, что же это за недоразумение, что же они все не имеют нормального багажника, как у настоящих квадроциклов. Хватит это терпеть, я вам и говорю. Откручиваем, выкидываем нахрен вот эту вот штуку и подходим, берем любой из квадроциклов, попавшийся мини-гризли, берем его, опа, багажник и спокойно прилаживаем его прямо вот в эти вот пазы. Итак, что мы видим? С этой стороны подходит практически идеально. И с этой стороны, ну, с другой стороны, так надо это немножко вот так вот сделать. Зацепить с этой стороны и тут зацепить вот с этой. Короче, сейчас, одну секунду. Прошу прощения за заминку. Итак, смотрите, немножко, самую малость растянуть пришлось. Штатный кронштейн от багажника мини-гризлик. Но, тем не менее, смотрите, посадочные отверстия совпадают с одной и с другой стороны. И теперь мы имеем, что прекрасный квадроцикл Гекон с багажником. Сие удовольствие в нашем магазине стоит 1930 рублей. 1930 рублей, и у вашего Гекона уже появился багажник. Та-дам! Красота!